Циклон покинул регионы, и новгородские любители тихой охоты стройными рядами потянулись в леса. Тех, кому для поиска в дороге к дому потребовалась помощь спасателей, сегодня пересчитали в МЧС. Заодно напомнили и о правилах безопасности. На поиски 61-летнего мужчины, потерявшегося в лесу в районе деревни Дора Малавишерского района, отправились 14 сотрудников МЧС. Также было задействовано 3 единицы спасательной техники. К счастью, потеряшка вернулся домой живым и невредимым. В остальных случаях спасатели оказывали помощь по ориентированию граждан на местности по телефону. В крайнем случае, когда человек уже потерял надежду сориентироваться сам, да, он может позвонить по телефону 112 в экстренные службы. Мы всегда готовы оказать либо помощь по телефону, подсказать, в каком направлении, в зависимости от погодных условий, сориентироваться. Либо, если человек полностью дезориентирован и ему требуется помощь, то сотрудники выезжают непосредственно на место, проводятся поиски, организуется скоординированная работа всех ведомств, таких как полиция, спасательные службы, лесные службы, волонтеры, администрации муниципальных районов на местности. Спасатели в очередной раз обращаются к новгородцам с просьбой помнить о правилах безопасности, не ходить в леса, находящиеся на незнакомой территории, при себе иметь компас и GPS-навигаторы. Всего же на территории Новгородской области с начала года заблудилось 33 человека, из которых 10 – дети. С помощью сотрудников МЧС дорогу домой нашли 27 человек. Остальные вышли из леса самостоятельно.